отвалилась на ходу. Трактор потерял колесо на перекрестке Ленина и Георгиевского проспекта. Фото и видео инцидента появилось в социальных сетях. Во время поворота деталь машины отделилась от кузова и осталась лежать посреди проезжей части. Белорус лег на правый бок. Водитель выбрался из кабины и установил аварийный знак. По словам экспертов, задняя ось сломалась от ржавчины. Информации о пострадавших нет. ГАИ проводит проверку.